Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, у нас божественные награды, короче, ждут нас, у нас, в общем-то, акционная рулетка, или рулетная акционка, в общем-то, свет веселья, да, у нас называется нынешний этап, я вот 12-13 тысяч насобирал, но еще как бы ничего здесь не тратил, и еще завтра, это суббота, короче, это воскресенье оно закончится, да, блин, ну это буду долго, пол воскресенья тратить эти очки, но да, я немножко провтыкал, да и как бы ночью просыпаться ни желания, ни возможности нет, так что насобирать 2000, конечно, мне не светит, по-моему, но я эту акцию вообще, по-моему, никогда не проходил, по-моему, в прошлый раз я был ближе всего, мне где-то было... Где-то вот в районе этой отметки было, где-то 3/4 я прошел. Вот это, и тогда я точно мог бы пройти ее. Так что, ну, посмотрим, как оно пойдет. Так, по 300 очков здесь ничего у нас не меняется. Каждый раз одно и то же. Собрать золото, накормить драконов, собрать еду. В общем-то, это дело будем выполнять. Заядлый фермер. Вот сейчас мы тоже, думаю, выполним. Это золото я выполнил. И растущую мощь тоже потихонечку сейчас начал выполнять. Ну, в смысле, давайте сейчас будем на это все дело смотреть. О, шарик полетел. Так, вот это первый дракон, эпический, которого я уже выиграл. Так. Ну, почти понятно, да? Второй, по-моему, у меня уже тоже там выращивается. Давайте сейчас будем смотреть. Так, кыш. VIP-статус, да, я активирую сейчас тоже. Ух ты, ну прикольно, это дракон очистишь. Тебя что, нельзя никуда передвинуть? Сейчас мы, давайте, покормим его, хулигана этого. Что я нажал продать? Нет, о боже мой. Дракон-хулиган выглядит грубоватым, осчастливит тренера, который может с ним подружиться. Неплохой эпик, 71 атака, хорошие показатели. Да. Давайте будем кормить. Ну, по традиции, кормим изначально на 16-й. На 16-й. Так, вот, готово. Но выглядит что, прикольно выглядит, да? А ну, иди сюда. Не, слушай, я так не договаривался. Во. Не, надо скриншот сделать же красивый. Ну, красивый дракон, что мне нравится. Выглядит зачетно. Так, ну неужто ли я тебя не могу никуда передвинуть? Двигать. Все же заполнено жилище. Что ты будешь делать? Так. 6. Тебя улучшить. Сколько стоит? 500 очков и 8 кристаллов. Давайте улучшим это жилище. Если что, я его сюда передвину. Перемещу, так сказать. Так, что у нас тут по еде? Будем сейчас выполнять наши акции. Немножко там пойдем пособираем, потратим сундуки, конечно же. Так, вот эту байду я тратить не буду. Если я вдруг среди ночи проснусь, я как бы... Среди ночи, если я просыпаюсь, я хотя бы нажимаю сбор золота, кормлю какого-то дракона. Там, ну, еще что там такое делать. Джем. Джем у меня попался. Это мне уже какой второй или третий джем. А тебя я не могу никуда двигать. Блин, тоже нет ничего. Ёшкин, так вот. Энергия и пустота. Джем. Джем. Эпик просто, как бы, не хочется его, как бы, так сливать, что ли. Энергия и пустота. Ну, я, по-моему, еще могу построить одно жилище. Ну, давайте сейчас зайдем, посмотрим. Здание... пансионат. Может, пансионат вбабахать. Давайте, ладно, потратим 25 миллионов. Он особо, конечно, бестолковая штука. Но вот для меня такого коллекционера... Ага, что, мне прям и типа не помещается, да? Так, ладно. Мы сейчас это легко поправим. Да, ладно, пусть идут в часы. Только теперь мне нужно вот сюда уже полезть, да? Оно где-то здесь должно быть. Где мой пансионат? Так, вот есть жилище еще. Жилище. Так, где пансионат? Он в магазине или здесь? Вот кто скажет. Наверное, в магазин проще зайти, его там быстрее будут найти. Блин, а кто так делает? Он уже должен быть у меня здание.
А, типа, бабло не снялось, я понял. Что это такое? Незанятые драконы могут расслабиться и... Ага. Давайте сразу купим немножко жилищ и буду туда, короче, отправлять каких-то не особо нужных драконов. Ну, вот типа вот этого вот Джема. То есть он у меня, в принципе, повторка. Давайте нажмем двигать. Ну, в пансионат. Пока пусть там побалдеет. Так, мне теперь еще нужно освободить место для жилища, да? Так, так. Ну вот сюда, да, я могу, в принципе. Давайте это все дело поубираем. И жилище. Да, еще одно жилище мне как раз помещается. Ну, временно можно сюда разместить жилище вот такое. Только не отсюда возьму, а с другой стороны. Мне столько этих жилищ легендарных. Хотя вот у меня даже энергия есть 5 уровня. Посмотрим, может, я его поставлю. Ну, пока что давайте вот это разместим. Его, по крайней мере, не нужно ждать, пока оно построится. Так, все хорошо у нас. С этим разобрались. У меня там уже следующий дракон тоже где-то высиживается. Так, ладно, эту байду я, наверное, буду собирать как-нибудь потом. Золото со всех жилищ. Ач, 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 ач. Ач, ач. Вот так вот. Здесь у меня кто тут высиживается? Вот этот парнишка высиживается. И еще один изумруд у меня попал. Ну, пойдет сразу в пансионат. Так. Что у нас по плану дальше? Собрать жратву. Ага, жратва еще не собрана. Будем еще это дело ждать. Так. Кормить не надо, собрать золото, еду. Короче, ну что, давайте будем вращать вот эту рулетку. Играть. Немножко пойдем поиграем. Так, а ну эти штуки те же самые, что и были. Эти штуки те же самые, что и были. Не понял. А, блин, странно. Книжечка, книжечка. Так, надо какого-то помощника себе найти. Кому вручить телефон и чтобы он вот в акции мог поиграть. Потому что это реально несколько часов, наверное, надо потратить, чтобы вот эти все очки слить. Так. Так, ух ты, был Хронозевс, там был прикольно. Так, вот раз, вот два, вот три. Прикольно. Это никто не хочет, никто не хочет. Так, прикольный дракон какой-то странный, даже не помню, как его зовут. Блин, 1400 драконов у нас собирать нужно. 2000 драконов, это же капец просто. Это сколько тысяч кликов надо, 50 тысяч кликов сделать? Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так. Ну, в общем-то, с этим я буду разбираться, да, подальше. Но это капец просто, сколько нужно... Вот, сколько нужно драконов высобирать. Так, заглянем, наверное, мы еще так для профилактики в лигу. Минус 16, 59-й, лучший защитник. Ну, в принципе, можно пойти. Не так уж он крепкий, не такой он уж крепкий, тем более, если он там один будет. В атаку. 59-й, вот. Этот наш крепыш попался. Давайте мы пока что... разберемся с ним по-простому.
Вот и все. Так, дальше идем по классическому плану. 55-й. Пройдем с обычным щитом. У меня архангел какой? 55-й или 57-й? На 2 звезды он вообще какой-то слабый. Не знаю, как это, как вражеский архангел так хорошо держался против... Против моего факела. Капец какой-то. Ладно, ребятки, на этом, наверное, я серию закончу. У меня там еще, как говорится, гостей полный дом. Надо отвлечься от работы. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.